Добро пожаловать в Ghost Watchers. В этом видео я буду пробовать дом на болотах. Новую карту опять. Мне очень понравилось экспериментировать. Мне дико понравился горный дом. Он мега атмосферный. Вот прям по превьюшке я это сразу понял. Я обожаю такую атмосферу. И сейчас я хочу попробовать дом на болотах. Еще интересно очень вот это вот потом будет попробовать. Но пока что по маленьким картам, я так понимаю. Потому что это, видимо, именно самое что ни на есть. Ну, не самое что ни на есть, но маленькая карта. Короче, погнали. Загрузка. Окей. Значит, я возьму, как обычно, ну, в самом начале... Вначале спиритическую доску, получается блокнот и куклу Вуду. Погнали. Окей, тут какой-то проход, сразу типа с пристани, я понял. Или что это, с какого-то, короче, чего-то там, откуда вот это там. Так, ну-ка, здравствуйте, приветики. Я бы положил вам здесь блок... Ой, мама. Что-то как-то очень страшная карта. Вот это все выглядит очень крипово. Свет чисто такой в центре, и все, и нигде больше ничего не освечивает, все углы в тени. Офигеть. Ладно, сейчас оценим эту карту сполна. Так, давай я возьму счетчик частиц и термометр. Окей. Здравствуйте. Дайте мне знак, пожалуйста. Понял. Скрипит что-то. Вот скрипит что-то. Так, ну-ка, здесь свет. Так, я бы вообще положил вот тут вот это фонарик. Ну-ка, вот я заметил в Ghost Watchers, раньше я играл очень так, знаете, заходил просто в сам... Ага, минус 15. Минус 15 было, ну-ка, стоп. Стоп, где-то здесь минус 15 было. Я заходил в дом и, в общем-то, очень сильно боялся. Типа, где-то на пороге раскидывал вещи. И как бы вот так, по сути, игру и проходил. Но есть тут предметы, я заметил, с которыми как раз-таки больше динамичное. Ну, типа, геймплей подходит, да, типа. А есть, с которыми не динамично. Так, подожди, минус 15 надо не забыть. Надо стоп, надо записать лучше всего с самого начала. Минус 10, минус 15, вот зашибись. Вот такая вот у нас температурка будет. Ну-ка, стоп, куда мне идти тут? Так, ага, здесь все у нас заблокировано. Здесь тоже, окей, призрак где-то здесь, не? Второй этаж. Страшно, тут три этажа. Ничего себе, какой домик. Нормальный такой. Неплохой. Тут ничего нет. Окей, я понял. Так, стоп. Он включил где-то свет или как? Или кого? Или... Give me a sign. Надеюсь, в эту игру добавят когда-нибудь озвучку, точнее, восприятие русской речи, потому что неудобно переключаться постоянно вот сейчас. Ну, это мне. Не знаю. Я просто постоянно говорю на русском, потом переключаюсь на английский и вот так туда-сюда. Дай мне знак. Хотя, может, оно просто, по сути, бубнешь иногда распознает, потому что, как, например, в Фасмофобии сделано, что радиоприемник есть. Если ты включаешь, то может и такое произойти, что даже не говоря в него, все равно ты получишь какой-либо ответ. Блин, капец. А тут крокодилы есть? Я хочу крокодила увидеть. Это же болото. Здесь должны водиться крокодилы. А я люблю крокодилов. Они большие, крутые, страшные, опасные. Я хочу крокодила себе. Тут еще какой-то проход есть. Ладненько. Ладненько. Закрываем дверь. Give me a sign. Здесь нет призрака. Либо он явно какой-то мега спокойный. Ой, блядь. Я испугался портрета этого. Ага. Только что было. Дай мне знак. Ладно. Не хочет давать... И не надо. А я бы мог, в принципе, знаешь, что сделать? Вот что. Перенести вот эти предметы дальше немножко, вот в эту центральную. А хотя, блядь, не, зачем? По сути, наоборот, лучше удобнее. Блядь. Дядя, не надо. Дядя, не надо. Дядя, где я? Ага, минусовая, да-да-да. 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 Тихо-тихо, цыц. Сюда. Счетчик частиц. Срочно. Дай. Где ты был? Ты где был? Мне нужно срочно тебя отсканировать. Сколько в тебе частиц? Дай мне знак, покажи себя, дай мне знак. Где, блядь, ты? Что происходит? Что вот эти вот эффекты означают? О! Нашел наконец-таки. Ебать. Окей. Здравствуйте, дядя. А чё он бесится? Подожди, что? 500-1000, окей. Не-не-не, блокнот не надо, счетчик частиц. 500-1000. Стоп, что? Смотри. Он просто появляется и, блядь, исчезает здесь. Что? Это баг какой-то или чё? Я баг словил? Лол. Серьезно? Ну-ка, стоп. Реально, он с периодичностью в несколько секунд... Подожди, я сейчас принесу ему все. Так, ну-ка, стоп. Вот. 14:51. Ну-ка. 56. 6 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кого? Подожди, ну-ка. Бамс. Давай, взаимодействуй. Блять, я говорю...
Взаимодействуй, дядя. Взаимодействуй, ёбаный шашлык. Давай, давай, давай. Не взаимодействуй или чё? Я баг словил? Лучше не подходи, я знаю. Я вот и стараюсь. Всё, пиздец, я призрака поймал в ловушку. Призраки теперь боятся меня. Получается, да? Блять, а что мне делать, окей? Может мне выйти и зайти в дом? Может поможет? Ладно, 500-1000. Ну окей, в принципе, окей. У меня более-менее как бы есть предположение, что я могу сделать. Ну ладно. Во-первых, давай возьму вот это вот все. Ну-ка, он успокоился? Нет, он не успокоился. MP3. Ага, MP3. Give me a sign. Мне страшно. Give me a sign. Дай мне знак. Короче, окей. MP3. Датчик MP3. Висельник или ребенок. Либо и следы. Можно попытаться по следам еще найти. Либо, ну, радиоприемник можно услышать, в принципе. Не знаю, будет ли он взаимодействовать со спиритической доской таким образом и с куклой. Может и с радиоприемником, но по сути мы можем, в принципе, угадать хотя бы настроение этого призрака. Там, и его возраст, вот и все такое. Так, зачем я сюда пришел? А, следы посмотреть, вот оно что, да. Окей, давай посмотрим. Блять, а что будет, если я его сфоткаю? Я ж могу его сфоткать, да? Может, мне пизда будет сразу? Сейчас проверим. Это нормально, такие вещи нужно проверять, такие вещи нужно знать, нужно понимать. Ну, ничего не оставляет. Пятна крови? Подожди, может, это пятна крови? Да, это пятна крови, да? Смотри, следы или нет? Пятна крови. А моделька сразу, типа, понятная? Ну, сразу такая, как и должна быть. Ну-ка, подожди, вот, окей, допустим, ребенок, он вот такой, и, соответственно, он вот такой, не... Моделька у них отличается вроде как. Окей, фоткал, допустим. Ладно. Допустим, следы пятна крови, соответственно... А, такого не бывает. Окей, то есть это не пятна крови. Это либо он не оставляет следов, либо... Ну хорошо, давай попробую с висельником, значит. Какой он будет у нас? Древний. По ощущениям, древний и спокойный. По ощущениям, вот прям реально. Максимально древний и максимально спокойный. Может быть, он отбагается, отлагается, я не знаю. Ну-ка. Блять, не то. Угу. Хорошо, может быть, старший и спокойный. Опа-на, старший и спокойный, реально. Ни хрена себе угадал. Вот это я понимаю. Святая соль, серебряная бомба. Значит, святая соль, серебряная бомба. Зажечь 3 свечи в доме. Окей, для этого мне надо зажигалка. Может, он так и остался там? И типа, мне сейчас не надо будет ничего этого того. Ну-ка, стой. Блять, что? Не, он отлагал, походу. Уехал куда-то. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да, все. Все-все-все. Теперь опасно, теперь страшно. Все-все-все. Угу. Закрыл дверь где-то, ляп. Где он здесь? Что происходит? Подожди. Не, походу, все-таки он не отлагал. Только вот где это чудо? Мне фонарик мощный хочу. И может там обход какой-то есть? Нет? Нету. Подожди, может... Сука, пизда! Я, блядь, случайно! Я случайно заюздал эту бомбу ебаную. Бимбу. Серебряную. Это было... Что это за хуйта была? Может наверху? Вон. Бля, мне надо бимбу купить. Я тоже чуть не умер. Блять, где он? А, блять! Какого хуя? Оно не сработало, пиздец, ёб твою мать, мама. Ладно, ладно, ничего страшного, не расстраиваемся. Мы купим сейчас еще. Так, ладно, окей, мне, блядь, придется, значит, соответственно, покупать и святую соль, и серебряную бомбу. Пиздец, сколько денег проебал. Святая соль купить, серебряная бимба купить. Все, процесс пошел, ну-ка, бамс-бамс. Окей, так, ну-ка, дай мне знак. Так, я выкину вот это Блядь, заюзал, нормально. О, уже все. Уже пиздец. Так, тихо. Ёбаный хуй. Так, стоп, мне нужен фонарик. Мне нужен фонарик, без фонарика нихуя не видно. Короче, походу теперь дверь закрывается. Да? Из-за того, что я поднялся до какого-то определенного уровня. Окей, окей, я вас понял. Я вас, блять, понял. А где мое фонарное устройство? Светящееся, на? Нет, нету. Нигде, не тут. Куда не тут. Окей. Блять. Да ёбаный хуй! Он пропал, сука! Так нечестно! Ладно, тихо. ТП. А, это типа сколько я могу максимум купить? Окей, блять, еще одна серебряная бомба. Хорошо, ладно, ладно. Так, зажигалку дай. Спасибо. Ну-ка, блять. Сука! Не-не-не, в этот раз я не рискну кидать, блять. Он ебанутый. Он, блядь, пропадет прямо перед тем, как я в это кину в него. Да ебать! А! Окей, все, все. В этот раз все нормально.
Все адекватно было, understandable. Так, зажечь 3 свечи в доме. Блять, раз. Блять, где... Иди нахуй. О, пизде... Не трогай. Сука, я тебя... О боже, ёбаный хуй. Какой же пиздец. Ебать. Вот сейчас реально начался хардкор. Так, окей. Значит, распятие и поймать призрака. Ага. Распятие. Распятие. Хорошо. И что еще защищает? Огненная соль защищает. Хорошо. Возьму, значит, огненную на всякий случай. И вот эту штуку для ловли призрака, соответственно. Ну, знаешь, вот типа легко тут почему-то поймать. То есть тут 6 заданий всего, всего-навсего. Куда Пета, мне спасибо. Писать? Куда угодно. Ну-ка. А распятие нужно, нужно юзать, в руках держать, когда, да, типа, когда призрак именно нападает. Угу, я вас понял, хорошо. А если я во время гост-ивента в него зайду вот так вот, то оно, типа, будет считаться? Ну-ка, давай, блядь, не знаю, не знаю. Вроде не считается. Просто, типа, есть гост-ивенты, в которых... Анастасия, спасибо за 180 рублей. Ходят слухи, что если поставишь лайк под этим видео, призрак не будет тебя пугать в гости, Watchers. Ходят слухи. Ходят слухи. Блять, здесь не включается свет, окей. Тут-то. Мне ставить лайк надо? Бля, мне. А сколько дизлайков уже? Дядя, иди сюда. Давай, 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 нападай, ну. Сейчас, сейчас нападет. Напал? У меня распятие в руках. Пошел нахуй. Заебись, заебись. Так, так, так. Теперь, теперь осталось только споймать его. Ну-ка. Бля, тут нихуя не видно. На, сука! Все, увидел в темноте кое-как, как черт какой-то, не пойми что. Ебать, зрение, зрение, сука, все. Плюс 5, нахуй. Ебать. Это была имба. И 200 лайков на стриме, йоу. Это была, точнее, дизлайк. Это была имба. Это была реально охуенная игра. Типа прям, прям вообще, прям вообще. По красоте. Ну, вам может быть лучше видно, просто у меня-то типа свет задний, который еще отсвечивает типа от монитора. У меня поэтому черный тут, он очень прям... Ну, в черном, в темноте вообще нихуя не видно. Ну, короче, пиздец. Мне понравилась дико эта карта. Мне понравился этот призрак. Это реально было жестко. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи. Денег всем. Ну, получается, что? Получается, покасики, 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 покасики. Покасики, покасики, покасики. О, Магари Бил, о, Магари Бил, unbelievable. О, Магари Бил, unbelievable, unbelievable, о, Магари. Всем пока.